Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики этого канала. И в этом видеоролике мы вам расскажем, как изменить тему или же обои на телефоне HomeTom S9 Plus. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в настройки. Дальше в пункт «Экран». Пролистываем ниже и находим пункт, который называется «Обои». И здесь у нас есть три варианта. Мы можем выбрать какие-то обои, которые мы хотим выбрать, поставить на нашу заставку с галереи, выбрать с Google фото или выбрать уже предложенные обои, которые предлагает нам производитель телефонов. Например, я хочу выбрать себе вот такие обои. Я нажимаю вот здесь «Установить как обои». Меня спрашивают, где я хочу установить. На главный экран, на экран блокировки или и там. Например, я нажимаю вот третий пункт. Дальше, после того, как мы выходим на наш главный экран, то мы видим, что обои на нашем телефоне были изменены. И, в принципе, это все, о чем мы хотели вам рассказать в этом видеоролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!